Доброй субботы, мои дорогие друзья! А сегодня мы с вами будем варить и запекать. Из названия вы уже поняли, будем делать запеканку из картошки с мясом. Итак, мои дорогие друзья, пока у нас картошка варится, ну что я показываю, картошка из картошки. Картошка варится, мы с вами перекрутим фарш. Сейчас научу вас, мои дорогие друзья, как делать из покупного фарш домашний. Погнали. Фарш берем, а как он закидываем. Сейчас будем крутить фарш вместе с луком. Как говорится по-русски, надо хлебушек добавить. Все, готово. Следующий этап. Берем, солим и перчим. Перемешивать будем прям рукой, вот так. Наливаем подсолнечное масло, включаем плитку, вываливаем. Итак, мы с вами немножко посолили, когда замешивали мясо. Сейчас мы его обжарим до готовности, И еще раз попробуем, если что надо, будет еще подсолим. Ну, кричите, я думаю, больше не будет пахнуть. Еще раз объясняю, до готовности мясо жарить будем. Согласитесь, лучше смотреть на жареное мясо, чем на булькающую картошечку. Ну вот, дорогие друзья, посмотрите, вот оно уже мясо побелело. Я попробовал, оно на соли нормально. Так что, я думаю, будем с мясом заканчивать, переходим к картошке. Достаем блендер. Картошечку я почти уже помял, сейчас разобьем яичко для цвета. Добавили яичко, теперь опять все перемешиваем. Все, картошка готова. Смазываем формочку маслом. Берем половину картошки, укладываем сюда. Забыл сказать, картошку, когда варили, мы посолили. Так что ничего больше солить не будем. Все, теперь выравниваем. Теперь укладываем мясо. Разравниваем тоже ровненько, так все аккуратненько. Что вы там говорите? Правильно, опять картошку съел. Итак, дорогие друзья, духовку мы разогрели на 200 градусов. Запекать будем прям вот так, как есть. Поставим сюда духовочку. И пускай запекается. Будем смотреть по цвету, как чуть-чуть подрумянится, будем заканчивать. Ингредиенты у нас все готовы. Поправка,
Сейчас мы сверху это все намажем взбитым яйцом. Берем и выливаем. И размазываем кисточкой. Повторяюсь, для тех, кто не понял. Запеканку, картошка с мясом. А то мне кажется, что мы так уже долго делаем, что уже забыли, что и делаем. Нет. Ну все, пора в духовку. Ну вот посмотрите, дорогие друзья, что у нас получилось. Запах стоит шикарно. Ой, вообще не могу сказать. Пахнет жареной картошечкой. Но сейчас он, достали его, сейчас остынет. И мы попробуем. А так вам всем приятного аппетита. До свидания.